Подобные акции проводятся ежегодно. На этот раз на борьбу с мусором вышел трудовой десант молодежи. Это почти 400 учащихся школ. Возглавил субботник Аким Денисовского района. Местом для уборки определен берег реки Тобол. Челлендж. Это в рамках международного форума молодежи, который состоится 21 мая на территории нашей области. Значит, это совместная акция проходит с участием Российской Федерации и Республики Казахстан. В районе достаточно красивые живописные места, которые летом привлекают много отдыхающих. Следствие пикников – это горы разного мусора, которые никто за собой не удосужился убрать. Со слов добровольцев, найти здесь можно все, что угодно. Было очень много пластиковых бутылок прямо в кустах. И стекла. И мы все старались везде залезть, чтобы все собрать. Много мусора собрали? Ну да, уже третий или четвертый мешок. Ну, это каждый человек собирает хоть один мешок. А нас много. Итог генеральной уборки берега внушительный. За час с небольшим работы участники акции наполнили несколько грузовых машин. Мешки получились полные, увесистые. Носить их оказалось делом нелегким. Очищено очень много мусора. Очень много. Буквально, наверное, машин три грузовых уже большие вывезли. И продолжаем работу. Но главная цель, по словам организаторов, это не собрать как можно больше мусора, а привлечь внимание к этой проблеме. Порядок, наведенный руками молодых людей, ими же теперь и должен поддерживаться. И это уже воспитательный момент акции. Заботимся об экологии нашего района. Мы хотим, чтобы наш район был чистым и привлекательным не только для наших жителей, но и для наших гостей. Волонтеры надеются, что их труд не пропадет даром. И те, кто будет здесь отдыхать, уже не нарушат чистоту. Елена Щегельская, при содействии телекомпании «Акцент».